Всех приветствую! Сегодня у нас будет довольно интересный выпуск, потому что мне попалась довольно интересная коробочка. Вот такая вот коробочка, ящичек или блок. Ее можно называть как угодно, это не важно. Таких я еще не встречал. И когда я ее нашел, мне было довольно интересно узнать, что у ней находится внутри. И когда я ее вскрыл, был приятно удивлен ее содержимым. И не ожидал там того увидеть, что в ней есть. Думаю, и вам будет довольно интересно узнать. Конечно, я уже подозреваю, от какого устройства эта коробочка блок или блок. И прежде чем начнем мы обзор содержимого этой коробочки, хотел вас попросить поддержать это видео лайком. Это будет вам сделать несложно. Это можно сделать внизу под видео, нажать пальчик вверх. Также, кто не подписан, у кого горит красная кнопка «Подпишись», подписывайтесь на мой канал. Но, а мы продолжим и начнем обзор содержимого этой коробочки. Открываем. Опа! А тут платки. А что с этой стороны? Смотрите. Вот такие две красивые платки. Сейчас я вам поближе покажу. Ну, вы уже заметили, что на ней находится. Сейчас мы их рассмотрим. Я их сразу же снимаю. Очень довольно красивые платки. Сколько занимаюсь, такие именно блоки, коробочки мне не попадались. Сейчас возьмем коробочку, и вы должны уже будете понять, от чего она вообще была. Смотрите, вход, видим вход левый, вход правый тут, и тут выход правый, выход левый. Это, походу, с какого-то магнитофона, как видим, тут уже очень сильно замученный разъем. Это у нас был вход. Походу, это или, может, усилитель какой-то был. Я не могу сказать, мне впервые попадается. Ну вот, эти две платки, они две одинаковые, довольно интересные платки. Ну что, начинаем обзор. Вот что меня удивило. Смотрите, какая такая вот незрачная плата, такая очень хрупкая, обычная, не текстолит хороший, а обычная платка. Смотрите, что тут я увидел. КМ-ка, а КМ-ка у нас... Смотрим, какая КМ-ка у нас. КМ-ка 5В. Это самая дорогая группа. Смотрите, какая хорошая КМ-очка. 5В, V5. Она и так указана. Ну, это уже год, наверное, неважно. 5В. Это у нас сейчас самая дорогая группа из зеленых КМ-конденсаторов. Конечно, есть и рыжие подороже. Так, и сегодняшняя цена на такие КМ-ки. Да, это еще не все. На сегодняшний день в гривнях их покупают за 1 килограмм, такие КМ-конденсаторы, 62 гривни, 570 гривен. Ну, а если конвертировать гривню в рубли, то в рублях у нас получается 165 тысяч рублей, 92 рубля выходит. Ну, короче, грубо, если так округлить, 165-100 выходит в рублях за килограмм таких КМ. И что меня еще удивило, что тут рыжая и тоже с такой же маркировочкой, как видите, 5В, ну видим 2N, 2К, точно с такой же маркировкой, только уже с другой, тут 3N, 3К, а там 2N, 2К, довольно интересно, смотрите, такая вот интересная хорошая платка. Это у нас одна, и уже порадовала самой дорогой из зеленых и этой рыжей КМ-очкой, тоже 5В. Но это у нас пойдет КМ-очка в общую группу оранжевая, вот такая вот КМ рыжая. Также, что мы на ней наблюдаем? Видим много с позолотой транзисторов в металле, видим, у нас тут есть. Также на 4 вывода, на 3 вывода 4 штучки и один на 4 вывода. Такой я не помню сколько, где-то около 26 центов за штучку выходит. На 4 вывода чуть дороже выходит, где-то на 30 центов выходит за штучку.
Также видим с посеребрением, тут у нас есть трубчатые конденсаторы, тоже приемные, и на них можно тоже заработать. Также видим полубочонки транзисторы, они тоже с позолотой есть. Ну, довольно красивая плата, видим, она чистая, очень чистая. Пока я ее не собираюсь откусывать одну. А мы эту, мы как раз извешиваем КМ-очку, одну зелененькую, сколько она взвешивает. Вот еще трубчатые. Как видим, можем определить, тут у нас, так, транзистор тоже с позолотой. Видим, это у нас транзисторы 814G 87 года. Видим, можем определить, это где-то какой-то усилитель или магнитофон был, скорее всего, потому что мне в таком виде только коробочкой попалось. Ничего, никаких остатков больше и не было. От этого устройства, магнитофона или усилителя, не могу сказать. Если кто-то ремонтировал в свое время, можете написать в комментариях. Это или усилитель, или был магнитофон. Ну что, проверим эти транзисторы. Вот еще один. 815G, 814G. Можем проверить на наличие позолоты. Ну, думаю, позолота у них должна по-любому быть. Ну, убедимся с вами точно, что... Вот, видим, позолота есть. И это хорошо. Такой вот транзистор один выходит, если в валюте его... конвертировать валюту, то 14 центов за штучку выходит такой транзистор. У нас их уже тут два. Да, и этот блок мне вышел всего лишь 10 гривен. Довольно недорого, но своей комплектацией меня очень порадовал. Так, что мы тут наблюдаем? Полубочонки. Также очень хорошо засеяно. Так, видим, вот это конденсаторы обычные, ничем не хорошие. Они неприемные. Так, взвешиваем. Взвесим КМ-очку и посмотрим, сколько на ней. Так что, кому понравилась эта коробочка, и вы были, конечно, удивлены от такой коробочки, можете поддержать это видео лайком. Вам будет несложно, ну, а мне будет приятно и делать для вас следующие выпуски. Так, КМ-очку берем, откусываем по выводам. Так, да, если вы хотите сдавать радиодетали, так что смотрите, мониторьте цены по разным приемкам радиодетали, потому что у некоторых разные цены. Смотрите высокую цену. Так, 0,47, довольно неплохо, очень хорошо, полграмма, можно сказать. Одна КМ-ка, это 2 у нас почти грамм будет, если со второй выкусить платы. Так, кинем до кучи ее. По чуть-чуть, и будет пакетик скоро полный. Так, рыженькую сейчас мы скусим и тоже проверим, сколько. Она должна быть по ходу легче. Мне так кажется, что она будет легче. Это у нас было зеленое 0,47. Так, а сколько у нас рыжая? Она даже больше... весит. Представьте, две кемки, грубо говоря, если вместе их будет грамм. Ничего себе. В общем, получается у нас 2 грамма из этих двух плат. Это из самых дорогих радиодеталей. Довольно неплохо. Конечно, меня удивил этот коробочка. Таких я еще не находил. Так. Ну, вот эти транзисторчики нам надо будет отпаять. Ну, сейчас отпаяем. Хотел показать, вот такие одинаковые, они точно одинаковые две платы. Тут тоже 5 железных, с позолотой, это у нас SFDEP, все хорошо, цена у них очень хорошая. Не то, что в предыдущем видео было про импорт. Видим тоже КМ-ка 5В, только вот с этой стороны надо смотреть, смотрите. Так, вот 5В и рыжая 5В. Это общая группа, а это у нас из зеленых самая дорогая. Это я повторяюсь для тех, кто не знает или кто не услышал. Смотрите, то, что меня удивляет, тут этот трубчатый конденсатор зелененький, так красиво смотрится. Тут серенький, тут зелененький, это на то серый был. Так сливается с КМ-очкой, как будто КМ-очка, ну ничего. Так, вот такие. Так, эти у нас позолоты, ну при сдаче их надо тоже будет кусать. Пока я их не собираюсь кусать, просто до кучи кину. Так что вот так. Сейчас мы их выпаем. Так, поставлю сюда платку и выпаю. Так, секунду, чтобы не держать в руках.
Возьмем горелочку. Так. Стороночку. Оба, все отпадает. Сейчас пожарчик будет. Все, дымок. Так, один транзистор есть. Есть. Вот как они хорошо выскакивают. Это у нас тут олово не крепкое. Так, тут плохо прогрелось. Это я не буду снимать. Это у нас откусывается все. Так, где-то еще один вылетел у меня транзистор, только я не видел куда. А, вот он. Вот. 4 и еще один надо прогреть. Сейчас прогреем. Так что, кто не подписан на мой канал и впервые зашел на мой канал и смотрит видео, подписываемся на канал, ставим лайки. Так что выходит вот так. Так что, кому понравилось, поддерживаем канал. Переходим на следующее видео, также которое сейчас появится в конце этого видео. Вот сейчас вы их видите. Переходите на эти ролики. Если вы их не видели, смотрите. Вам будет тоже довольно интересно узнать о заработке на старых радиоталях. Так что, всем пока. До следующего выпуска.